Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. Українське радіо Запоріжжя, Суспільне Запоріжжя в ефірі. Ми починаємо програму «Між нами». Вітаємо, друзі. Сьогодні з вами Юлія Коробець та Поліна Снєжина. І, як завжди, за традицією, нагадаємо наші координати. Це номер студії, номер прямого ефіру 233-2011, код міста Запоріжжя 061. Також не забувайте про YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя». І ще нас можна слухати на сайті zp.suspilne.media. Сьогодні в Україні відзначається День родини. Як наважити стати прийомними батьками або створити будинок сімейного типу, чи потрібно радитись зі своїми власними батьками або іншими родичами, розмірковуючи над питанням всиновлення чи опікунства. Про це та інше будемо говорити в програмі. З нами в студії Юлія Павлова, багатодітна мама, менеджерка проєкту «Дитяче екосело». Вітаємо вас. Здравствуйте. Та Каріне Арутюнян, психологиня регіонального осередку Міжнародного благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». І вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Друзі, долучайтеся до розмови. 233-2011 – це наш студійний телефон, код Запоріжжя 061. Ну, а окрім того, можете ще дивитися і слухати нас Українське радіо Запоріжжя, YouTube, телебачення і Facebook. Вам в допомогу. На Фейсбуці є анонс на сторінці «Суспільне Запоріжжя». Можете свої коментарі, питання залишати під ним. Ми ж поки починаємо говорити. Пані Юлія, перше питання до вас. Пригадайте, будь ласка, ну і взагалі, можливо, скажете, от на, з власного досвіду, бажання всиновити це у вас із дитинства, і взагалі, як воно має бути в інших, я розумію, що в кожного по-своєму, але як найкраще, чи дійсно воно має йти з дитинства, чи воно може виникнути згодом, з роками? Ну, я думаю, що у кожного своя історія. Моя история такова. В принципе, в детстве я вообще мало задумывалась о вопросах материнства, о детях. И я думала, что где-то лет в 30 чем-то у меня появится мой первый, может быть, единственный ребенок. Но жизнь, она как бы распорядилась совершенно по-другому. Впервые мысль о приемных детях у меня возникла, когда у меня родился старший сын. Я подумала, ну вот здорово же мы ребенка родили, и это все так прям здорово, волшебно, и это чудесным образом изменило мою жизнь, меня, восприятие жизни. Через дорогу от нашего дома находился интернат, я все время наблюдала за этими сорванцами, было начало 2000-х, такие веселые, лихие времена, дети эти были абсолютно вообще живые, непосредственные, очень крутые, я была от них в восторге, и тогда у меня зародилась идея приемной семьи, к сожалению, там в силу разных обстоятельств в тот момент это было, ну, вообще как бы нереально. И я правда думала, что это все очень сложно, и бюрократически, и юридически, спойлер, это не так. Вот. Следующий раз я об этом вспомнила, об этом своем намерении, когда у меня были тяжелые времена. Ну вот прям пришли такие тяжелые времена, у меня было трое детей, я разводилась, двое из троих детей болели, и я прям вообще жила в каком-то личном аду, и я не знала, как из него выбраться. И в тот момент я дала себе такое обещание, что в принципе, вот, если я это все, ну, проживу, справлюсь, выйду сухая из воды, мне бы хотелось как бы помочь детям, вот такой семье, там, где много детей, ну, как-то тоже, в общем, это прожить. Ну, как можно догадаться, я выбралась. Моя жизнь как бы вышла на новый виток, все выровнялось. Ну и, собственно говоря, ну, так сложились обстоятельства, что я могла позволить себе создать приемную семью. Виконати свою обіцянку. Да. Поясніть, чому прийомну сім'ю, а не усиновити, чому будинок сімейного типу у вас, власне, а не усиновлені діти? Ну, давайте я, наверное, тогда сделаю маленькую такую отсылку к существующим формам семейного устройства в Украине, чтобы, ну, прояснить свой выбор. Существует в Украине три формы семейного устройства сирот. Это усыновление, приоритетная и самая такая как бы лучшая форма. Усыновление – это, ну, в принципе, ребенок такой же, как будто бы ты его родил. Он твой наследник, в общем, все вот полностью как бы как твой биологический ребенок. Ребенок под опекой, то есть ты являешься законным представителем этого ребенка, государство тебе выделяет финансирование
на содержание этого ребенка. Ну, как бы почти те же самые деньги, которые бы оно выделяло, если бы ребенок находился в интернате. То есть 2,5 прожиточных минимума тебе выделяют на то, чтобы ты заботился об этом ребенке. Ребенок может находиться под опекой до наступления 18 лет. И есть третья форма семейного устройства, это приемная семья и дитячий будинок семейного типа. Ну, в принципе, разница между ними, если это до 5 детей, это приемная семья, если 5 и от 5 до 10 детей, это детский дом семейного типа. Это позволяет принимать в семью большое количество детей. Родители, мы, получается, как являемся родителями, воспитателями, мы получаем также обеспечение на этих детей в размере 2,5 прожиточных минимумов и получаем вынагороду родители-воспитатели, ну, по факту это зарплата. То есть в чем-то это становится работой, такой себе работой 24/7. Это позволяет, собственно говоря, ну, на самом деле сконцентрироваться на детях, потому что, как показывает опыт, даже такому суперэнергичному человеку, как я, с 10 детьми работать очень сложно. Вот, поэтому для себя я выбрала такую форму, как сначала это была приемная семья, когда мы взяли в семью 4 детей, это одна семейная группа, одна семья была. А потом мы взяли еще 2 детей и стали детским домом семейного типа. Помимо этих 6 детей, у нас есть еще 4 биологических детей. В нашій області щорічно проводять курси для батьків, які хочуть стати прийомними саме батьками. Чи можна цьому навчитись? Це питання до обох з вас. Чи все ж таки все це пізнається з досвідом? Ну, давайте я немножко теж внесу в ясності. Ну, как бы для того, щоб стати прийомним родителем, опікуном, усиновителем, обов'язково необхідно проходити курси обучення. Курси обучення, вони проходять кожні 3 місяці по мірі формування груп. Тобто люди зі всієї області, які прийняли рішення принять в семью сирот, определились с формой устройства, они проходят эти курсы обучения. По результатам этого обучения дается рекомендация, готовы ли они взять детей в семью, могут, ну, или эти люди, можно им доверить сирот, каких, какого возраста, в каком количестве и так далее. Вот, ну, без этого это невозможно, это часть процедуры принятия детей в семью. Пані Каріна, що ви скажете? Я вважаю, що взагалі було б дуже добре, якби навчали батьківству всіх. Тому що це правда, можна з опитом, досвід може навчити, але якби були такі курси взагалі, то було б дуже добре. І хочу сказати, що в рамках нашого проєкту «Простір підтримки» ми надаємо такий простір для зустрічі прийомних батьків. І ми співпрацюємо з обласним центром соціальних служб. Вони саме проводять такі заняття з ними на базі нашого Карітасу Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, от спостерігаючи за тим, як навчаються, як приходять прийомні батьки, чи у всіх залишається ще оцей вогник, оце бажання, чи поки проходять курси, дехто згасає? Але ж вони приходять до нас вже, коли вони стали батьками прийомними. Відмовляються, дають задню, скажімо так, йдуть в зворотньому напрямку? Я вам можу сказати так, серед тих, хто до нас звертався, до нас приходив, я таких не знаю, але якщо брати таку практику взагалі, то так, буває таке, що можуть відмовитись. Це, мабуть, залежить від того, який мотив був для того, щоб всиновлювати або брати дитину в прийомну родину. До речі, про всиновлення є коментар від Ігоря. Він пише, що гадаю, дехто створює прийомні родини, аби просто отримувати кошти від держави. Наскільки це просто отримувати кошти від держави, якщо ти створив? Я можу сказати, це не такі великі гроші. Потому что ребенок сирота, ну ребенок это ребенок травмированный, ребенок с проблемами со здоровьем, даже если он как бы соматически здоровый достается, но это, пожалуй, самый тяжелый способ зарабатывания денег из тех, ну, с которыми я там за свою, там, можно сказать, карьеру сталкивалась. И это, ну, как бы распространенное на самом деле мнение, когда мы там жили в сельской местности, мы только и слышали о том, что понабирали детей, чтобы делать бизнес на детях. Ну, мне всегда хочется сказать, ну, возьмите и сделайте.
поработайте 24/7, когда ты в любой момент срываешься, летишь в травматологию, летишь в какие-то еще больницы, ты лишаешь кучу бюрократических вопросов, у тебя нет вообще как бы личного времени, нет отпуска, нет выходных, нет перерывов, ты в этом, ну, находишься 24/7. И, собственно говоря, там такую зарплату можно заработать, ну, более легким способом, правда. Это, ну, это не делается вообще не из-за денег. И более того, несмотря на то, что, ну, 2,5 прожиточных минимум, плюс вынагорода там батька-выхователям, и все равно, ну, вот лично в нашей семье, ну, этого не хватает для того, щоб просто тільки на цьому сконцентруватися і зовсім не працювати. Аня, цікаво, це в неї два питання, ну, до вас безпосередньо, Юля. Чи любите ви всіх своїх дітей однаково? Це перше. І друге, як обираєте дітей? Чи правда, що діти обирають батьків самі? Нет, я не люблю всех своих детей одинаково. Каждого ребенка я люблю по-своему. Это касается и родных, и приемных детей. Процесс формирования любви и привязанности с биологическим ребенком, если у вас были там идеальные беременности, идеальные роды, идеальное грудное вскармливание, это биологическая любовь, она, ну, как бы, она не требует никакого усилия. Если у тебя даже биологический ребенок с какими-то особенностями, она требует, этот процесс любви формирования требует нескольких лет принятия. То же самое с приемным ребенком. Ну, к сожалению, невозможно взять ребенка и сразу начать его любить так же, как своего биологического. Хотя именно об этом я мечтала. Этот процесс любви, он формируется дольше, он проходит другие этапы. Но в конце концов, да, выравнивается. И как бы, возможно, сила любви, она становится такой же. Но не всегда, не с каждым ребенком. У каждого своя личная индивидуальная история. Но каждый ребенок занимает свое место в сердце родителя. Что же касается, как мы их выбираем, ну, вообще, как бы мне хочется, может, такой, типа, как маленький совет дать людям, которые планируют создать приемную семью. Я помню, что когда мне в голову пришла эта идея, я сидела на разных сайтах, смотрела анкеты сирот, видеоанкеты, и фотоанкеты, примеряла, представляла себе, как вот эта семья, вот эти детки будут жить у меня. Но вот этого делать не стоит, потому что процесс оформления документов, обучения, он длительный, и пока ты там себе что-то нафантазировала или еще там, не дай бог, наобещала детям, ну, может, судьба как-то по-другому распорядиться, они могут быть усыновлены или как-то попасть в другую приемную семью. Когда у нас готовый пакет документов, у нас в семье есть место, чтобы принять детей, ребенка или какое-то количество детей, служба справ защиты детей, она показывает анкеты, ну, тех детей, которые там соответствуют вашим критериям, или, может быть, там те дети, которые остались по разным причинам без родителей вот сейчас, ну, и как бы, либо мы с детьми как-то друг другу подходим, либо нет. Ну, честно говоря, всех своих детей это была любовь с первого взгляда. Потом уже были всякие там притирки. Ну, они притирки бывают, знаете, создание приемной семьи, оно больше похоже, как, ну, когда ты замуж выходишь. Ну, ты очень сильно влюбляешься, вы там начинаете жить вместе, женитесь, а потом начинают вылезать, ну, всякие не самые лучшие стороны. И у нас уходит какое-то количество лет, ну, или просто времени на то, чтобы как-то притереться и вивести эту любовь на новый уровень. Ну, с приемными детьми также. Про юридичні моменти, наскільки юридично захищені в Україні прийомні родини, дізнаємось думку адвоката Максима Бабака. Треба сказати, що в першу чергу це Конституція України, яка регулює певні засади будь-яких правовідносин, в тому числі прийомних сімей. У нас є постанова Кабінету міністрів про положення про прийомну сім'ю, де визначається права та обов'язки цієї прийомної сім'ї. Прийомна сім'я – це є сім'я або окрема особа, яка взяла на виховання дітей від 1 до 4 осіб. Законодавство визначає певний перелік пільг та гарантій, які сім'я може отримати. В першу чергу це є матеріальне забезпечення, потім безкоштовне начиння, лікування та інші моменти, які визначаються законом. Повний перелік пільг можливо отримати в органах соціального захисту. Ми слухали коментар Максима Бабака, адвоката, про те, як юридично захищені в Україні прийомні родини. Пані Юлія, все ж таки збір документів, бюрократичні моменти, наскільки це важко, наскільки це довго? Ну, в принципі, весь процес може зайняти від 3 місяців до року.
Первый шаг, вы идете в районный центр социальных служб или в городской, если вы находитесь в городе, заявляете о своем намерении. Специалисты центра дают вам список документов, которые вам нужно собрать. Ну, в принципе, там показывают там, о вашем состоянии здоровья, о доходах, о жилье, ну, в общем, какой-то стандартный пакет документов. Вы эти документы собираете. Там, ну, как правило, долго там ждать, там, не знаю, справки об отсутствии задолженности каких-то кредитных обязательств, она ждется долго, и справка о несудимости. Ну, вот в моем случае она почему-то очень долго делалась, там, ну, у них какая-то была проблема. Вот, вы собираете все эти документы и возвращаетесь в центр социальных служб уже с этими документами. Они смотрят ваши документы и отправляют вас на обучение. Опять-таки, обучение, курсы проходят раз в 3 месяца. Если вы успели как бы документы под курсы, хорошо. Если курсы только закончили, значит, вы еще 3 месяца ждете, пока начнется ваше обучение. Обучились, собственно говоря, тогда вы уже переходите в службу по делам детей, и там вам, собственно говоря, уже предлагают знакомиться с детьми. И дальше, собственно говоря, там в течение года ваши документы действительны, пока вы найдете своих детей. Юлія Павлова, багатодітна мама, менеджерка проєкту «Дитяче екосело» та Каріне Арутюнян, психологиня регіонального осередку Міжнародного благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» у нас сьогодні в гостях. Друзі, 233-2011, якщо маєте питання або коментарі, долучайтеся. Код Запоріжжя 061. Пані Каріне, наскільки потрібно, наскільки важливо психологічно підготуватися, власне, до того, що ти виховуватимеш дітей, і чи більше потрібно уваги і любові прийомним дітям, дітям, над якими ти опіку береш, ніж біологічним? Звичайно, дуже потрібно більше віддавати любові дітям, тому що діти, вони ж взагалі так, почну з іншого. Кожна дитина, вона випробовує батьків. Ну, приходить такий період, це підлітковий, але не тільки. Кризисні періоди, там 3 роки, 7 років, коли вона випробовує. А коли це дитина, яка вже, якщо вона ще й знає, що це не її батьки, то вона буде ще більше випробовувати, щоб, ну, вже ж були одні дорослі, які не впорались. А ці впораються чи ні? І тоді вони будуть більше випробовувати, і тоді, так, батькам треба ще більше давати любові, ще більше уваги, ще більше бути сильнішими, щоб це все витримати. Взагалі, ми також співпрацюємо з службою в справах дітей, і наша фасилітаторка проводила для батьків в рамках цієї праці такі тренінги, такі заходи, де вона розповідала, і ми про це часто розмовляємо, навіть коли там на індивідуальні якісь приходять консультування, про то, ну, діти можуть там брехати, можуть красти, вони якось інакше можуть себе поводити, і як є за кожною такою поведінкою деструктивною, є якісь потреби. І от саме для того, щоб було зрозуміло, яка саме потреба, і проводяться ці навчання. І так, батькам треба бути сильнішими і ще більше любові давати таким дітям. Все ж таки, під час виховання прийомних дітей, які проблеми найчастіше виникають? Так, пані Юлія, до вас запитання. На самом деле, ну, мені не дуже подобається вот це розділення, тому що, ну, всі діти різні. И с биологическим ребенком в то же время у него тоже проходит какая-то травматизация от приемных детей. Ну, понятное дело, что, как Карина, ну, верно говорит, что эти дети, они травмированы, они не доверяют взрослым, они берут нас на слабо, они как бы вываливают на нас всю свою изнанку, показывая, насколько я там плохой, или наоборот, они откатываются в момент травмы и начинают там в каком-то там школьном возрасте вести себя как годовалая лялечка, кричать. І, ну, это, до цього, ну, треба бути готовим. Да, к этому надо быть готовым. Не то чтобы это проблема, ну, просто нужно понимать, что ты берёшь человека, у которого внутри очень больно. Ну, я, может быть, мне кажется, не совсем корректно говорить там о любви, её количестве там больше, меньше, как бы это всё-таки понятие довольно абстрактное, ну, мне так кажется. Но
Приемный ребенок требует огромной самоотдачи. Требует огромной самоотдачи, требует того, что если ты себя считаешь, что ты хороший человек, сейчас делаешь благо, счастливишь сиротку, и ты вообще там в таком белом пальто и практически нимб светится, как только вы столкнетесь с этим на самом деле, вы вообще поймете, что, что это все не так. Вы увидите себя кричащей, плачущей, рвущей волосы, ведущей себя точно так же деструктивно, как этот ребенок. И это нормальный живой процесс. Это нормальный живой процесс установления связи. Вот у меня даже прям мурашки идут, честно. Потому что ну, это сложно. И это сложно, и ну, мне кажется, что важно быть максимально честными. У нас в семье воспитывается один молодой человек, ему уже почти 18 лет. Его, ну, он, в общем, выбыл из предыдущей приемной семьи. В школе его вообще там все ненавидели, ставили единицы, отовсюду выгоняли. Ну, как бы... Так получилось, что я оказалась каким-то значимым для него взрослым, которому он доверился. Ну вот, в конце концов, он оказался у нас в семье. И, честно говоря, я такая ходила, думаю, господи, какая я крутая, какая я молодец. Вот прям никто, его вот все боятся, а я там прям как в клетку со львом зашла и приручила. Прям вообще нимб сияет. И в то же время именно этот ребенок меня может довести до того, что я просто его видеть не могу, мне этого вида тошнит, и я могу с ним неделю не разговаривать, пока я не переварю то, что он во мне поднимает, лично во мне. И к этому надо быть готовым. Абсолютно каждый приемный ребенок вас стукнет по голове тем, что, где вы себя считаете достаточно хорошим человеком. И к этому просто нужно быть готовым. И на самом деле очень важно психологическое сопровождение приемных родителей. До речі, пані Каріне, як часто потрібно звертатися до психолога? Пані Юлія знає, але от з точки зору психології, фахівця. Я вважаю, що потрібно і батькам, і дітям звертатися. Як часто? Ну, мені так важко відповісти на це питання, що там... За потреби, напевно. Так, 5 разів на місяць. Ні. Ну, але як тільки така потреба є, треба не боятись, треба приходити. Ну, у нас ще немає такої культури, що до психолога приходити – це нормально. У нас так, а що зі мною не так? Чого я туди піду? Але ж це нормально, це допомога. І цю допомогу треба навчити себе приймати. А чи треба до того, як взяти в родину дітей прийомних, готувати свою власну родину, своїх біологічних дітей до того, що у вас з'являться ще діти? І як це робити? Конечно, обязательно. Ну, опять-таки, я немножко, ну, вернусь в свою личную историю. Прежде чем у нас появилась приемная семья и какие-то там дальние мечты и фантазии, они стали воплощаться в жизнь, мы приехали с моими сыновьями родными приехать в детское косело, приехали погостить, как бы там помочь, может быть, какую-то волонтерскую помощь оказать и вообще посмотреть, как живут семьи, воспитывающие сирот. И мы увидели эту жизнь с разных сторон, там, с хороших, с плохих, там, какие-то достижения, какие-то там прям очень милые, трогательные моменты, какие-то моменты ссор, скандалов. В общем, мы увидели эту жизнь живую, такую настоящую. И когда-то мои мальчики говорят, ну, а когда у нас свои приемные дети появятся? Ну, с этого момента мы начали говорить в другом контексте. Ну, что это будет для вас, к чему вас это приведет, какие будут ограничения, что моего там личного времени для вас станет еще меньше, что вам там надо будет там всем этим поделиться. Ну, в общем, все-все как бы плюсы и минусы, слабые и сильные стороны мы с ними проговаривали. Старшим мальчикам на тот момент было в районе там 10-8 лет. И еще там одному мальчику было 4 года, у меня было тогда 3 родных ребенка. Мы это все говорили, обсуждали, они говорят, да ну, без проблем, как бы, в принципе, интересно, хорошо, вот там, мы бы хотели, чтобы у нас там у каждого было по своему брату там или сестре. Пані Каріне, якщо, наприклад, власні батьки, ну, от у пані Юлії склалося, що діти були згодні, а якщо батьки відмовляють, кажуть, донечко, синочку, навіщо вам це потрібно? Діти проти, чи потрібно все-таки йти далі і брати дитину або на виховання під опіку, або усиновлювати, або створювати навіть цілий будинок? Ви знаєте, це дуже такий момент, ну, ми говоримо про відповідальність. Це ж дитина, це жива людина. Це не можна брати її на якийсь час, а потім віддавати. І якщо людина, якщо сім'я не готова до цього, то краще цього не робити.
Тому що це така ретравматизація для тієї дитини, що це дуже-дуже, краще цього не робити. Якщо питання до обох, оскільки воно залишається буквально півтори хвилинки, трішечки відповіді вашої і вашої. Якщо ви, власне, людина відчуває, що вона вагається, все-таки краще сказати «ні», якщо особисто людина вагається, чи все-таки погодитись? Ні в коєму случаї не соглашатися. Должна бути 100% уверенность. Даже кота нельзя заводить, если ты в этом сомневаешься. Потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Я також за відповідальність. Друзі, тож тричі подумайте, якщо хочете створювати власну прийомну родину. Але якщо відчуваєте, що ви в силах, все-таки погоджуєтеся, є на кого спиратися, є психологи, зокрема, як Кріна Рутюнян, психологиня регіонального осередку Міжнародного благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Є приклади, як Юлія Павлова, багатодітна мама-менеджерка проєкту «Дитяче екосело», які були сьогодні у нас в гостях. Саме про те, як наважитись стати прийомними батьками, говорили ми сьогодні у рамках проєкту «Між нами». З вами були Юлія Коробець та Поліна Сніжина. Побачимося і почуємося на Суспільному. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».